остальных больше 60-летий за это и попал в книгу рекордов. Ну а я сегодня в день обязательно запишу свою книгу ярких эмоций и воспоминаний. На календаре 31 августа, завтра 1 сентября. День знаний. 17 миллионов детей отправятся в школу, из них почти 2 миллиона первоклассники. Для кого-то, между прочим, путь к знаниям будет в прямом смысле вершинничу. Попасть туда нужно подняться на высоту 782 метра над уровнем моря. А как вам школа, на которую смотришь и думаешь, ну и в сказку я попал. В общем, школа у нас немного, а не разная, и это абсолютно правильно. Эту школу в Йошкар-Оле не зря называют русским Хогвартсом. Вы только взгляните, где будут учиться первоклассники. Магия с первого взгляда. А что их ждет? Едва переступят порог. Конечно, праздник.